Дальше посмотрим, как она сложится. Примерно в ту же зону и удар, и мяч! Сегодня попадает в стартовый состав и, более того, сразу с капитанской повязкой на рукаве. И именно Павел Аликин, перевесив всех в воздухе. Отдает Зобнину подачу в штрафную площадь на удобной высоте и пытался нанести удары. И люди сегодня ответственны за просмотр моментов матча на «Нефтянике». Смотрим еще раз. Вот.